Пройтись по красивой набережной вдоль Уводи теперь можно не только в районе площади Пушкина. Территорию от Банного до Соковского моста напротив торгового центра «Серебряный город» кардинально преобразилась. Раньше здесь не существовало даже тротуара. Это была заброшенная зона. Вот, в настоящий момент мы видим выполненную набережную в брусчатом покрытии, брусчатка полностью, велодорожка на всем протяжении, освещенная современными методами, торшерным освещением. Есть, конечно, как всегда, малые формы, где жители нашего города могут отдохнуть. На набережной появились вот такие качели, на которых будет приятно отдохнуть в теплое время года. Кроме того, построена ливневая канализация, установлены металлические ограждения, весной территорию озеленят. Всего в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда» удалось благоустроить 3 общественные территории. Кроме набережной, это Троицкий сквер и площадь Ленина. На будущий год уже отобрали 7 заявок из 12. В следующем году мы будем проводить точно так же в какой-то форме рейтинговое голосование, для того, чтобы определить, какие территории будем реализовывать и уже отталкиваться от того, сколько денежных средств у нас есть. Голосование за общественные территории пока не запущено. Весной в этом вопросе помогли выборы президента. Свой голос за ту или иную заявку можно было отдать прямо на избирательном участке. Как сделать подобную процедуру действительно народной, и на этот раз власти еще решают. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.